Всем привет! А кратко сегодня мы продолжим играть в игру под названием Raft. Соответственно, доливаем чаёк, усаживаемся поудобнее. Сегодня у нас будет, ну, выживательский, атмосферненький, одиночный контент. Вот. Хотя в этой игре есть кооператив, ну, играем бы с тобой в одиночку. Мне уже там в комменты, кстати, написали, был Лаградка, хочешь ли ты мультиплеер в нее сыграть? Как бы не особо. Да и нас, ну вообще, на самом деле не особо. Тем более, смотря где это играть. Если вот обычное прохождение с кем-то скопироваться, как обычные видосики, то еще, в принципе, можно попробовать. А вот если конкретно на стримы, то, не, это будет долгим, это будет не то, чтобы прям, наверное, весело. Хотя, с другой стороны, игра-то сама по себе не очень долго. Наверное, вроде как, надеюсь на это. Вот, продолжаем, в общем, в эту игрушку играть. Это пока что второй взгляд, считай. Это неполное прохождение, так что добираем лайки, добираем. И таким образом я, по крайней мере, пойму, нравится она тебе, эта игра, или нет. Да, кстати, у нас была первая с тобой серия, в котором мы как бы смотрели вообще, что произошло, что вообще происходит в этом мире и тому подобное. Так что переходи по анатасам с проверьте углу, смотри прошлую серию. Также есть в комментариях закрепленный этот коммент. Вот, мой, если что. Вот, и идем, есть ссылочка на плагилист и ссылочка... Да вот это вот как раз я что есть. Прошлый первый. Вот. Ну ладно, продолжаем. Кстати, в комментах мне как Литка помогал, так и другие, собственно, люди помогали. Писали, что вообще можно, что как, где, чего. Да и вообще, на самом деле, по комментам можно было понять, что игрушка вам вроде как зашла. Но я все-таки решил сделать вторую такую вот серию. Чтобы точно уж прям закрепить это все. Также мне в комментах Литка подсказал, что здесь есть такая веселуха, как пауза между треками. То есть ее добавили, не знаю, по-моему, ее раньше не было. Я поставил среднюю, до этого была долгая. Среднюю поставил, чтобы хоть что-то у нас было. Если что-то еще сделает музыку немного потише. Потому что я, да на один хрен у меня почему-то в монтаже получается слишком тихое. А вот... И если увеличивать, то в итоге потом не слышно вот это брызг моря. Вот как-то так. В общем, давай продолжаем побыстрее уже, а то я тут опять сижу с тобой-то. Общаюсь полтора часа. Так, загрузить мир. Да, и мы около острова остались с тобой. Здесь ты задержались. У нас с тобой есть две, получается, ловилки бусер. Есть чертежник, не знаю, как тебя обозвать. Инвентарь. Ну, короче, изучальник, вот это вся херня. Опреснитель воды и есть гриль. Кстати, насчет еды и насчет воды у нас с тобой небольшая такая проблема. Так, вылить это левое. Я какой вы... Выпить это левое. Уже что-то я вижу. Я не могу, ну честное слово. Мне неудобно вот это вот... Е это налить. Правая кнопка мыши это вылить. А почему налить, вылить не на одну и ту же кнопку? Вот это вот логика у меня не укладывается в голове. Так, а что у нас из еды? Из еды у нас ни хрена нету. Наверное, поэтому мы тут и остались с тобой. Может быть, сейчас что-нибудь дыть найдем. Также на этом острове, если мы сделаем какую-нибудь... Да, потому что там акула там находится. А нет. Если мы сделаем что-то наподобие топорика, то можем, в принципе, срубить эти пальмы. Да, и вон у нас уже голод идет. Не ссать! Я сожру этот арбузик, и все будет замечательно. Но арбузик, он, к сожалению, восполняет побольше воды, чем еды. Хотя, с другой стороны... Хотя все правильно. Чушь. Нет, теперь музыка, как по мне, какая-то очень тихая. Какая-то херня сусветная происходит. Давай 86 хотя бы. А просто уже даже для меня тихая. А для тебя, наверное, вообще ты ее даже там не слышишь. Ну, правда, я все равно это все подредактирую, все будет замечательно. Так, тут shift есть еще, работает. И все, больше арбузиков никаких нету, это весь остров, что ли? Слушай, а сколько стоит каменный топор? Две веревки. Ну-ка. И. Да, и подожди, я тебя могу удерживать? Да, я тебя могу удерживать. Как куск, кстати, нам дали? А, он, значит, так действует. И топор не сломался. Я это не делал, потому что думал, то, что сейчас я... Охренеть, от того, как вот буду сейчас это пальмовое дерево делать. Точнее, рубить его, у меня сломается весь топор. А оказалось, что нет, можно срубить вообще абсолютно все.
Так что будем теперь забегать на каждый островочек с деревьями. Естественно, их добывать. Сколько у нас нужно досок? Уже стак досок. Карл, и 14 гребаных этих пальмовых листов. Не, все-таки это манговое дерево, да? Как я понял. Манговое? Пальмовый лист. А почему в манговом деревце есть пальмовый лист? Или типа... Это пальмовое, типа, какое-то растение, вот это вот манговое. Ну, знаешь, как там бирюзовый, дубовый, и вот эта вот вся херня, только это пальмовое. Вот тут я не знаю, я не ботаник, так что без понятия со всеми этими растениями, я в них не разбираюсь. Так, подожди. Мы тут вроде как с тобой все высмотрели, все посмотрели. Нам бы на самом деле отсюда теперь посваливать и точно так же сделать здесь какую-нибудь сеть ловушку. Ну, это опять же сделать побольше вот этих всех веревочек. Мы только можем сделать одну, господи, какая же срань. Где я столько вам листочков-то добуду? А, кстати, в комментах еще написали, что чертежи, и как только ты их собираешь, они сразу изучаются, так что смысла их складировать нет. Зачем они тогда в инвентаре находятся? Это как-то... Зафига это делают? Чтобы их потом выкидывать? Ась, боисл. Так, и также мне в комментах сказали быстрее улучшать этот плод. Я как бы это бы сделал. Бы? Да что-то как-то не очень хочу. Блин, вот сюда бы на самом деле как-нибудь что-нибудь поставить. Или все-таки вдаль ее улучшать. Кстати, у нас опять море волнуется. Козлина. Ну и что делать тогда? Получается, все, уходим отсюда нафиг. Нам здесь больше нечего делать, от слова совсем. Самое главное, чтобы нас не прибило все-таки течением этим. Точнее, не течением, а волнами. Слушай, а мы снова проголодались. Мы, походу, с тобой сдохнем. Но у нас есть тюд. Ну и все. Подбери. Слушай, а вот неожиданно нам свеклу-то и дали. А как теперь перевернуть мне эту лодку? Ну, обижит веселиться, давай, давай, быстрее, кусай, хрен, блин, нет, гребаная курка. Естественно, тебе будет очень весело меня покусать, будет. Слушай, вот меня всегда бесило это в рафте, вот такая вот веселуха, что тебя просто плот может взять и перевернуться, и ты с ним ни хрена не сделаешь. Вот казалось бы, у меня есть этот... Так, как тебе это... Короче, ладно. Надеемся, что и так будет нормально. Давай быстрее готовься. Слушай, прям серьезно, быстрее надо. Есть еще манго, кстати. Ну-ка. А манго сколько? Подожди, а может в манго можно тоже, не знаю, пожарить? Может тоже будет своеобразно много восстанавливать. Ну и да, естественно, все, вообще все, блин, мимо меня пролетает. А почему? Правильно, потому что мы перевернулись. Вы или странь? Ну, естественно. Вот мне реально, вот это вот меня очень сильно вымораживает. Там, кстати, какой-то огромный остров. Мы до него вообще никак не доплывем. Как бы ни старались. А с другой стороны, смотри, вроде как... Блин, нам нужно срочно паруса. С парусами мы можем плыть вообще куда хотим, без вот этой вот всей... Веселухи. Так, подожди, я, кстати, так и не проверил. Можно ли тебя положить доска, съесть, убрать? Не, нифига, только съесть. И ты тоже восстанавливаешь больше воды. Пащелька. Вам пащелька. Здрасте, что такое? Идущина. Какая-то веселуха. Не успел там прочитать. Так, открыть. Здесь ничего нету. Ну и продолжаем, получается, делать веревочки всякие разные. Бля, тебе нужен гвоздь. А, и гвоздь делается, по-моему, из клана. Слушай, а вот тут вот такой вопрос. А как пару сделать? Из павлевого листа, который я только что весь всрал. Красота, Дмитрик. Ладно, давай тогда будем продолжать прокачивать наш плод. Точнее, только-только начнем это делать. Для чего? А для того, чтобы у нас хоть что-то было. Дай вот эту штучку, спасибо.
Для того, чтобы мы могли хоть где-то, хоть куда-то что-то поставить. Кстати, также я, на самом деле, хочу сделать начало нашей грядущей истории. Маленькая грядка, вот она. Изготовить. Веревки на это просрали, ну, этим ничего поделать нельзя. Так, и куда бы тебя тут переставить-то? Ну, давай сюда, я не знаю. Вот. И будем выращивать, наконец-то, всякие разные свеклы, всякую разную веселуху другую. Кстати, есть еще кокос. Есть. А разбить тебя можно или нельзя? Блин, плывем мы, ой, как неудобно. Вон он остров, но, блин. Мне кажется, я до него не доплыву, тем более сейчас. Сейчас я вряд ли уже доплыву. Ну, а кук там идет, кстати. Тогда можно было сделать. Ну, а сейчас на самом деле, блин. Я в очень неудобном положении, докажусь. Все мои вот эти ловушки, они теперь стали бесполезны ежесекундно. Но, как я понял, мне нужно просто листики эти собирать. А 20 листиков? Блин, 20 листиков это стак, это проще было бы реально на остров какой-то дойти. Придется тогда собирать привычным способом всю эту веселу. Естественно, пластик тоже будем собирать, он нужен для того, чтобы прокачаться дальше. Кстати, крючок готовить будет еще один. Так, вон там еще у нас что-то. Достанем для тебя? Достанем. И для тебя тоже достанем. Эти ловушки больше не работают. Почему? Потому что они все в одной плоскости находятся. Нас просто взял и перевернул. На самом деле, никогда не любил воровать. Когда тебя переворачивают плот, и ты с этим ни хрена не можешь на начальном этапе сделать. Поэтому эти острова, ты их как ошпаренно боишься. Придешь сейчас, блин, перевернешься. Ну или как ошпаренно боишься неправильной формы своего плота делать. То есть он у меня сейчас в виде такого прямоугольника. И ты всегда тут стремишься к некому квадрату, чтобы при любом случае, как бы тебя там не переворачивал, ты выходишь в некий такой, знаешь, ну не плюс хорошо. Короче, ты понял меня. Ну как бы ты там не переворачивался, у тебя везде будут находиться эти ловушки. Но с другой стороны, если вот, вот по такой логике судить, то у нас появляется другая проблема. И она заключается в том... И вот эту штучку хочу забрать. Иди отсюда в сраку, ну сколько ж можно тебя повторять, серьезно. Слушай, а тут довольно-таки много всего уже попалось. Всем предметов. Бока. Мы можем сделать тебя. Парус. Пока еще не можем. Туда бы как-нибудь подплыть. Кидывать вон туда крючок. Во. Красота. Но тут только один пальмовый лист. Еду у меня на самом деле... Хреново, поэтому я предлагаю все-таки что-то начать строить. Так, тебя все-таки надо починить. Починить. На какую кнопку чинить? На среднюю кнопку мыши чинить. Прикинь, на среднюю кнопку мыши чинить. Не на какую-нибудь там F, R или еще какая-то херовина. На среднюю. А мы еще что-то веселенькое. И в водичке бы сейчас набрать. А смотри, был бы у нас сейчас парус с тобой, мы просто бы туда куда-нибудь плыли бы. И собирали бы точно так же, как если бы плыли, я не знаю, прямо. Вот. Вот с такой логикой парус нам нужен. Ну-ка. Андолка. О. Как же много всякого разного говна. Мне нужно еще немножечко растений. Пожалуйста, тихо. Тут неудобно его собирать. Все, у нас есть с тобой парус. Полагаю его сразу же сделать. И вопрос, куда? Сейчас будем ставить. Не, ну парус как бы готов. С этим все замечательно. Но еще проблема немножечко другая. В том, что у нас плот с тобой... Пошла отсюда нахер! Грубая птица. Да если что, она у меня хотела стырить мою свеклу. Или свеклу. Свекровь. Вот ее бы оставить. Так, подожди. Разместить. Для плавного вращения. Ш-ш-ш.
тебя так, что ли? Ну, на самом деле это неудобно, но типа ладно. Вот мы тебя поставили. Открыть я тебя могу? Вращать могу. Ветер дует в любом направлении. Мы будем отдельно вот так вот идти, потому что нам нужно с тобой взять и что-то тут сделать. Кстати, с едой у нас опять с тобой огромнейшие проблемы. Можно картошку еще попробовать поворачивать. И вот это вот хотя бы взять и пожарить. Блин, реально с едой огромные проблемы. Я не знаю, что с ними делать. Так, а пожалуйста, можешь ты это забрать? Ну, спасибо. Вы... Мы правильно хотя бы с тобой плывем. Ну да, там есть какой-то еще плод, кстати. Тихо. Вот как-то вот так вот. А не будет вот так появляться? Или все-таки течение у нас идет в конкретном том направлении? Без понять. Урожай, кстати. Все-таки немножечко собрали. А это значит, что у нас наконец-таки с тобой появилась еда. Можем радоваться. Гип-гип-ура. Так, тихо, вот это вот объединяем. Камушки нам пока что особо сильно не нужны. Это можно просто наполнить воду и выпить. Так, а вот и картошечка. Съесть. Ну и продолжаем. Положить. Продолжаем страдать херню. Кстати, есть еще удочку, которую мы с тобой в прошлой серии сделали. Положить. Вот. Есть теперь еще удочка. И с этой удочкой мы можем с тобой немножечко половить рыбу. Но рыбу, к сожалению, на данный момент я не могу просто взять и... взять ее и поставить в этот гриль. Но во всяком случае, бывают еще огромные рыбы. Она тоже как бы до хрена восстанавливает еды, и как бы ее нужно ловить. Что такое? Какие страшные звуки происходят. Акула, что ли, научилась говорить, и там орёт на меня? Акула, не ссать, все нормально. Я еще пока умирать не хочу. Ну, пока что. Пластика нет. Красота, да и только. Положить, съесть. Так, и теперь бы как-нибудь, как грёбаный капитан Водогрея туда переп... Козлина. Так, подожди, мы его можем расчленить. Самое главное, чтобы у нас сейчас плот никуда не улетел. Так, тихо. Мы с тобой перевернулись от этого плота? Вот вопрос. Где течение? Течение идет в ту сторону. Или куда он идет? Куда течение идет? Кстати, мы убили акулу, значит, она не будет на нас нападать. Музыки опять же нет. Печалька. Так, нужна пресная вода. Спологично. Я тебе говорил то, что я ненавижу управление с этими чашками. Я вот тебе повторю. Иди отсюда, тут даже еще ничего не созрело. Так, положи чашку с соленой водой. Вылить — это правая кнопка мыши. Выпить — это левая кнопка мыши. Налить — это ешка. За хрена так усложнять? Не знаю. Да я буду ныть, я буду очень долго ныть. Кстати, по-моему, мы эту штучку тоже сюда не можем. А, нет, можем, кстати. Положить доску. Тогда еще себе сделаем побольше еды. И, в принципе, надо бы сделать отдельный себе ящичек, в коем будем собирать там еду, как говорится. И надо бы все-таки заканчивать с нашим плотиком. Это досочки. Это пластик. Это вся эта веселуха. Так, не выпить, ничего не делать. Тихо, вот сюда вот. Немного левее. Чтобы мы как бы по диагонали шли. Во. Так, кстати, акулья голова. Это красиво, это весело, это намачало. На самом деле, не надо ни хрена. Ну, типа, ладно. Так, а теперь очень важно наполнить. Полить лужайку тоже е. А, сразу все лужайки. Уйду тебя.
сожалению, вот эту штучку мы уже не заберем, мы не докинем. Хотя могли бы, наверное, докинуть. Ну и ладно, исчез. С другой стороны, мы сейчас можем просто взять, тебе сделать здесь побольше ловушечек. И я могу на магии... Тихо. Туда. Так. Что за подвох сейчас был? Потому что туда слишком неудобно. Карл, ладно, что-то с этим делать. Серьезно тебе заявляю. Ну, пока тебе сейчас туда приплывем, у нас хоть что-то будет с тобой. Блин, а? А ты до сих пор, что ли? Кстати, надо сделать этот сундучок. 8 пластик. Пластика где-то. Мы опять с тобой есть хотим. Но с едой-то теперь должно быть все нормально. Потому что у нас есть акулка. Сырое мясо. И это все готовится. Точнее, растится. Тихо. Красота только. Давай все-таки левее сделаем. И нам нужно якорь, получается, делать. Кстати, а как сделать многофункциональный якорь? Обычный якорь. И он стоит дорого. Так, давай-ка сюда заглянем. Многофункциональный якорь, который многоразовый. Ты здесь где? Сачок. Изучено. Гвозди есть, изучить. 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 Изучено. Так, железная руда. Изучить ей нельзя. Пальба изучить. А досочка изучена. Бай, металлическая удочка. Мы, кстати, не приплыли. По-моему, приплыли. Хотя не совсем. Блин, ну что, придется делать якорь. Мы сможем окупиться? По идее, должны бы. Долго будешь, интересно, еще делаться. Так, немножечко у нас тут с тобой лут. Блин, с лутом реально проблема. Надо что-то с этим делать. Наполнить. Налить. Доложить. Так, давай его вот так вот как-то будем стоять. Слушай, а мы так будем с тобой как-то на месте выстраиваться? Как-то особо мы на месте не стоим, я сейчас. Так, ладно, давай все-таки якорь делать. Разовый якорь. Придется потратить на это деньги, ну а что ж поделать? Я предлагаю тебе вон куда-нибудь, вон туда его переместить. Новая еда у нас с тобой готова, это получается взять. Якорь поставить. Почему не ставить? Поднять, кинуть. И все, и сидеть ждать своего момента. Так, хорошо, мы пришли, приплыли, так сказать. Может, кстати, потом об остров немножечко удариться. Так сказать, черкануть его немного, чтобы мы хотя бы выровнялись. А то несправедливо получается. Ну и получается, идем... А, акулки-то нету. Точно, акулки-то нету, мы ж теперь все, мы ж теперь свободны. Во всяком случае, на пока. Здесь у нас что с тобой добывается? Лам. Окей. Водоросли? Водоросли это вода, это пальмовая веселуха или как? Нет, это просто обычные водоросли. И что такое? Медь. Но мне кажется, что я пока далек до вот этой всего лут, которого подводного. Если честно, нам пока ничего тут особо сильно не нужно. А то есть ты уже появился, да? Козлина. Где ты хотя бы? Меня там засраку укусила и уже уплыла. Ладно, хорошо, с акулкой закончили. Недолго, как бы, музыка играла. Хотя наш тоже так же недолго играла, блин. Акулка уже возродилась. Желтый цветок. Да хрена все эти цветы, ты не пойму. Честное слово. Тут хотя бы дерево добываем. Кстати, можно тут еще сделать отдельную грядку для
все вот это вот древесины. Ну, кстати, еще один плод. Туда бы тоже как-нибудь перейти. Было бы интересно, было бы весело. Красный цветок, опять же, бесполезная веселуха, которая нам вообще не нужна. Вот дерево и ананасы всякие разные. Это вот мое, это по мне. Это, во всяком случае, еда. Так, самое главное, чтобы туда это не прилетела гребаная чайка и не уничтожила все наши эти пассивы. Картошки, кирушки, окрыки, еще какой-нибудь веселух. Инвентарь у нас почти с тобой заполнен. Можно, в принципе, уже начать есть. А вообще, я хочу сделать себе склад. Да, потому что, как бы, места не хватает. Не хватает. С этим проблема. Сейчас, кстати, это и сделаем. Возможно, сделаем квадратик ровный. Пока у нас прямоугольник. Рано или поздно будет квадратик. На нем будет больше места. Будет короче. Прикольнее. Иди отсюда нахер, Каздин. Я тебя видел, плыла она сюда. Ну, слушай. Даже особо ничего тут не потрепало. А вот тут вот. Да, даже за единичку все справились. А еще. Дальше. Изучить. Водоросли сюда изучить. Выкинуть тебя изучить нельзя. Камень мы вроде как изучали. Манго изучали. А что мы с тобой не изучали-то? Ладно, хорошо, у нас есть... Получение краски. Ну это особо не надо. Средняя грядка, кстати. Фонарик есть. В ведро в него можно набрать молоко. Металлический топор. Крюк для бусора. Тоже такой же металлический. Интересно, что он там стоит. Большая грядка, это как раз сюда всякую разную пальму может поставить. Металлическая удочка. Мы пока удочкой даже особо не запаривались. Какой кирпич. Хранилище. Это получается из шарнира делается. А у нас есть с тобой шарнир? Сюда хлопу скинем. И пока тут постоим. Повеселимся. Изучаем хранилище. А ну-ка. И теперь вот это вот хранилище, ты сколько стоишь? Один шарнир, веревку. И получается три хлама, которые мы как раз вот сюда куда-то и выкинули. Так, можно тебе сюда куда-нибудь перекинуть? Хранилище. Насколько ты круче? Оно, в принципе, вполне себе. Опять мы хотим есть. Ну что ж поделать, давай куда-нибудь пока сюда поставим. Никакой красоты сейчас не будет, потому что, опять же. Слушай, а никто не сожрал случаем? Ничего нет. Вроде как никто ничего не жрал. И, блин, а смотрите, я слежу, я ж, по-моему, туда кидал вот эту вот героину. А больше я не кидал. Так, наполнить пресной водой, выпить пресную воду. Взять, наполнить пресную воду, снова положить, все замечательно. Давай все-таки акулу будем дожирать, она пока самая выгодная. И все остальное будем сюда складывать. Всего-то у меня тут побольше будет еды. Здесь у меня будет все, что сырое. Здесь будет все, получается, это где сырое. Ну, возможно, будет вот так вот это все разделено. То есть две полоски сырого и две полоски не сырого. Но это опять же, если будет слишком много всякого разного говна. Тебя акулку мы, наверное, пока тоже туда кинем. Ну и что, и начнем только думать, что мы можем с тобой сделать. Кстати, опреститель уже это все, да? Замечательно. Быстро ты. А да или я слишком долго. Мне же еще, по идее, нужно все это... Не, блин, забыл. Так, открыть не сюда, открыть. Давай-ка возьмем, опять же, точно такую же историю. А две свеклы и... Одна картофель. В принципе, мы уже начинаем потихонечку окупаться. Потихонечку. А по факту я еще пока не знаю. Так, вот эту вот медь, давай пока сложим сюда. Тебя тоже сюда. Надо думать. Надо думать. Тебя тоже сюда. Что будем? Так, тихо, у тебя доски закончились. Ты пока херню страдаешь. Слушай, вообще, по идее, мне бы лучше отсюда уплыть. И хотя бы перемещаться. Ну-ка, подожди. А можем все-таки тебя как-нибудь чуркануть?
Только аккуратненько. Прям легонечко-малинечко. Во. Давай куда туда пока я приплыву. Тихо, акул, я тебя слышу, козлина. Куда плывешь? Кстати, можем забрать вот эту штучку. И у нас с собой еще одна тушка акулки приготовилась. Давай-ка еще тушку сделаем. Опять же, с едой у нас теперь проблем никаких нет. Наконец-то с ней разобрались. Иди отсюда, козлина. Кстати, чайку есть еще можно убить, это я знаю. Козлина. Ну туда мы, наверное, не проплывем, хотя можно типа попытаться, и у нас это вроде как даже получается, если смотри. Течения особо нету, поэтому мы плывем буквально с тобой по прямой. Так, подожди. Ложить доска. Не, у тебя досок не хватает. Так, я хотел тебя сюда вот это поставить. Тебя, получается, съесть. Тебя открыть, сюда положить. И... Царь, какая красота-то. Вот это вот ни хрена не красиво. Иди отсюда, пошла, брысь. Брысь. Почти доела. Тихо, ничего не делай. Можно, кстати, продолжить все-таки строить наш вот этот минималистичный плот. Квадратненький. Пока плывем, пока все красиво. Наполнить пресной водой. Полить лужайку. Я это все проговариваю, потому что я постоянно тут как-то теряюсь в управлении, теряюсь в этих кнопках и постоянно либо пью эту соленую воду, либо еще что-то с ней происходит не так. Слушай, мы прям с собой идеально плывем. Ну давай. Так, мне, кстати, еще нужно сделать этот... Удочка, это сейчас можно половить, пока плаваем. Еду, опять же. Мокрый кирпич, для этого нужен песок и глина. А глина это все и песок на островах. Пока я тебе предлагаю вообще с этим не запариваться. Обычный опреснитель, обычный гриль. Можно побольше себе ложить доски. Это тебя получается взять, это тебя выпить. Это получается снова сюда, снова сюда. Красота, да и только. Так, ну и че? Так вот, я хотел сделать себе весло, точно. Я его искал, но так и не дошел. Вот оно весло. Блин, весла дорогие. Приобрели дорогие. А есть у меня еще где-нибудь? Нет. Ну ладно, давай тогда плывем. А кто течение идет? В туда, что ли? Мне просто интересно, я сейчас идеально нахожусь. Я ровно или неровно? Или криво? Или еще как-то? Ну-ка убрать. Почему-то написано убрать X, хотя я нажимаю на E. Да как я тут падаю-то? А по что я тут падаю? Блин, тебя бы как-нибудь забрать, и при этом, чтобы реально ничего не уплыло. Ладно, хотя бы еду возьмем. Так, сохранить мир. Мир сохранет. Ну, естественно. Забираем. Переходим обратно. Все замечательно. Так, это доски нам дали. Но пластика никакого, к сожалению, нет. Можем, в принципе, начать... Куда, где? Иди отсюда. Можно, в принципе... Блин, как на самом деле все с этим плохо. Ну, давай-ка, знаешь, что сделаем? Давай все-таки сделаем побольше гриль. Где у меня тут все это гриль? Гриль? Где она? Так, подожди, не понял. Где гриль? А, в гизе, господи, не заметил. Блин, а у нас столько с тобой обычная гриль, да что ж так не везет-то? Хлам. Это получается средняя грядка, есть большая грядка. Вот большую бы грядку сделать. Это нам побольше будет... припухло, что ли? Это нам побольше, получается, с тобой будет выдавать. Но опять же, для этого нужно сделать побольше плод. Хотя вот сюда можем, кстати, поставить, а что бы идет? Потихонечку вон... прокачиваемся.
Так, открыть. И тебя бы сделать ровно. Только понятие ровно тут очень сильно растяжимое. Вот так вот ты ровно плывешь. Вроде как ровно. Хотя мне кажется, что криво. Да по вот этим вот палкам он ровно. Так, короче, ладно. Пусть будет и так. И так сойдет, и так нормально. Ну что, будем с тобой заканчивать нашу эту ловушку делать? Или все-таки с досками определимся? С досками. Это гвоздь. А гвоздь из чего? Из правильного склаба. Болт из чего, кстати, делается? Еще делается болт. Или он просто добывается? Но у него плюсика нету, значит, походу, добывается. Может быть, потом все-таки делается, но потом, это когда потом? А болты мне, по-моему, вообще все эти приходили только исключительно по вот этим вот бочкам, которых здесь нету. Ладно, можно попробовать пока добывать этот пластик. Конечно, это единичка пластика. И особо нам ничего не даст. А вот это вот, кстати, троечка пластика. Это вот это подобрать. Вот это тоже подобрать. Акулку ударить козлину. Последний удар, естественно, не хватало. Блин, вот акулу реально надо как-то звалить. Либо делать побольше себе, получше себе. Ну, короче, все, вот тут вот начинаем тут все тихо. Вот это вот надо. Вот это вот надо. Это замечательно, посмотри, как красиво. Начинаем тут опять страдать херней ее. Давай будем сейчас от режима, получается, АФК действовать. Режим АФК заключается в том, что делаем гребаную все эти ловушки. Количество миллиардов штук. Гвозди можем делать. Количество доль штук, блин. Вот сюда. Вот это все говно собираем. Пока мы тут плывем, мы где-нибудь что-нибудь как-нибудь заберем. Логично, логично. И будем еще к тому же это ходить, вылавливать весь этот, как его, рыбку. Потом ее готовить рано или поздно, когда-нибудь приготовим. И все. Смотри, еще даже посылку получили. Все красиво, все весело. Ну-ка открыть. А это где? Это стул. Бесполезная вещь. Много чего поделать. Ну и вот смотри, вот у нас первый лут с тобой. Даже пластик с тобой добыли. Красиво. Замечательно. Весело. Слушай, вот это бы еще взять. Да целых три пластика. А целых три пластика мало не бывает. В этой игре, кстати, постоянно вот такая вот веселуха творится, что с едой как-то, с едой, а с ресурсами всегда какая-то беда. То одного ресурса мало, то другого мало, то третьего, то двенадцатого, то одиннадцатого. И ты так из стороны в сторону, короче, постоянно страдаешь. Так, ну давай тогда половим кого-нибудь, где-нибудь, какую-нибудь рыбёху, хотя посмотрим, как это работает. Без нашивки, естественно. Нашивки у нас нету. Хотя, если рыбка может ловиться на свеклу, то как бы красиво. Так, поймали какую-то веселуху. Маленькая, большая, сейчас узнаем, видимо. Так, а вот эта штучка, она как? Она где, она что? Заловится? Козел. Просто козел. По-другому не иначе. Никак тебя не обозвать. Только козлом. Так, слушай, нам нужно вот эту штучку-то напоить. Взять. Сюда. Взять. Картошку тоже взять. Сюда. 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 Красота. Да и только. Сеть ловушка. Гвоздей нету. Зато вот теперь проблема с чем? Веревками, а точнее с пальмовыми листьями у нас вообще нет. Аж по идее заловилась бы. Заловилась бы, чего я тут тратил на это свое время. А вот еще один, кстати, плод. Бока. И опять веревки. То есть забить. А металлолом вообще нет.
я, если честно, не особо сильно туда хочу плыть. Это, с другой стороны, он вроде как большой. Вроде как должно быть все замечательно. Так, ты приготовился, ты замечательно. Ты еще один раз готовься. Можно, в принципе, пока еще сожраться. Водиться, наполнить, выпить. Наполнить, положить. Красиво, весело, замечательно, да и только. Эту штучку собрать и идем дальше с тобой. Да хотеть я туда или не хотеть? Там может быть что-то вкусное, между прочим. И прям на полном серьезе может быть что-то вкусное. А рыбка будет у меня ловиться? Будет. Сырая сельдь. Давай тогда потихоньку к нему перейдем. Пластик. Смотри, как все красиво теперь у нас выходит. А вот постоянно идет даже... Это ее... Даже досок у нас побольше стало, хотя мы даже с тобой не сделали ни это, никакой грядки огромной. Гвоздей, правда, нет. Ну а что ж с этим поделать? Вот тебя бы как-нибудь уловить. Там как раз-таки много пластика, блин. Тихо. И каким хреном сюда приплыла-то? Я, ну это казино на акуле, это серьезно. Мне нужен какой-то тут автомат, дробовик, еще какая-нибудь херня, чтобы эту казину выбивать отсюда. Я не знаю, я прям от рожи бесит эта акула. Но все-таки прокачаем с тобой до конца. Там, кстати, остров есть еще. Но он не очень удобный. Так что, что ж с ним поделать? Кстати, картошечка. Сельдь-то огромная, сельдь-то маленькая. Куда мы с тобой сейчас плыть начнем, если я тебя это... Блин, тебя бы как-нибудь заловить. И при этом, чтобы у меня ничего не уплыло никуда. Да, да нет, конечно, козел. Ну куда ты? Хотя вроде как нормально. Я уж только хотел это... начать жаловаться, что опять меня тут, блин, перевернуло по 30 раз. Посылка, кстати. А вон у нас, кстати, этот... Блин, на остров идти или как? Или где? Там что-то открылось, я уже даже не смотрю. Имеет ли сейчас смысл? Так, что у нас тут происходит вообще? Я серьезно не успеваю за всем этим весельем. Я думаю, с водой вообще можно закончить. Меня вода-то заколебала уже. Хоть и немного времени-то прошло. Так, положить. Вообще, на самом деле, я бы тебя бы еще положил бы сюда. Так, кто у меня тут готовый? Сельдь у меня тут готовая. Тебя вот сюда. Картошку вот сюда. Тебя тоже вот сюда. Давай ананасы съедим. Уже по идее воду восстанавливает. Восстанавливает. И потихонечку до тут даже доходим. Так, и опять собираем свой урожай. Или не собираем? По идее должен быть уже собранный. Хотя бы не так. Опять, кстати, какая-то странная этот. Звук какой-то странный. Да ладно. Там, кстати, что-то валяется. Посмотреть, правда, нельзя. Арбуз, что ли, плывет? Арбуз давай сюда! Я тебя засейвлю. Не, серьезно, что это такое? Это хер не понятно. А, это водоросли! А я думал, что что это такое там? Кстати, мы доготовили. Продолжаем. Так, акула. Козлина. Блин, ну и что получается? Тратить на этот... На якоре. А почему только с левой стороны, я не понимаю. Реально, почему только с одной стороны? Тогда мы собираем с тобой. Это буквально ни хрена мы от этого не окупились никаким образом. А потом надо вон туда куда-то плыть. Вот как-то так. Так, ну и чё? Плывем туда. Здесь мы собираем весь урожай. Его тут оставляем.
И да пусть у нас пока готовится. Дорожку можно, в принципе, взять, выпить водицы. Вот это тоже забираем. И да сюда переливаем это, бежим туда. Ну и что, сейчас будем решать, что мы будем с тобой делать. В принципе, как обычно, сейчас возьмем, приплывем, уничтожим абсолютно все вот эти вот растения, все эти пальмы. Потому что мы их тоже так же ненавидим, как нас гребаная акула. Ну и можно было бы на самом деле куда-нибудь там вглубь поплавать. Ради песочка, ради еще какой-нибудь херовины. Кстати, мне тем временем уже нужны эти камушки, новый топор. Вот эта вся веселуха, потому что это скоро сломается. Хотя, в принципе, плюс кокос. Так, здесь больше ничего нету, да? Ничего больше нигде нет. Я вообще, на самом деле, могу скипать вот эти все моменты, потому что, по сути, в игре больше ничего нету. Но так как это первый взгляд, да, пока что. Первый взгляд. Ну, во всяком случае, это. Ну, блин, сломался. Кстати, есть еще такой топор. Для этого нужен один всего лишь болт. А тут нужен камень. Блин, придется уйти отсюда, что ли? Потому что тут много пальм. И с тебе хотелось бы подольше пообщаться. Ну, Насик. Здрасте. Бэ. Так, нам, наверное, тут будет проще спрыгнуть. Мы ж тут не разбиваемся в таком случае. Так, ну и чё? И все, плывем. Отсюда нафиг. Нас все равно акулка за срак укусит, скорее всего. Можно, в принципе, ну его на акулку там прилетело. Естественно. Ну, нам по барабану. Так, что будем с собой сейчас делать? Здоровье. 65, схераля. Соскучилась, Казлина, соскучилась. Я тебя рано или поздно реально еще раз додушу. Слушай, а имеет ли смысл ее сейчас тут обождать, задушить? И здесь все-таки поймать этот песок. Там уже опять этот гребаный шторм начинается. Он почему-то начинается именно в тот момент, когда ей это... Ну или течение очень сильно опять стало. Сильнее, чем был до этого. 14 мы можем с тобой сделать этих. А, не 14, наш подвес стоит. Давай сделаем. Блин, еще вот тут пластика мы смогли бы найти. Ну можем, как бы. Жалко, что пластик нельзя выращивать. Так же, как доски. Было бы красиво. Так, ладно, с этим мы вроде как закончили. Даже сейчас еще одну можем построить. Да. Вообще, если честно, надо было делать все-таки себе сейчас грядку. Эту большую. Но опять же у нас нету... Почему я падаю? Неужели меня течение сносит? Ладно, я тебе предлагаю все-таки акулку сейчас немножечко погасить. Для этого нужно взять сохраниться. Пожрать еды-с. Так как у нас много на самом деле еды теперь. Но мы точно теперь не подохнем с тобой. Будет во всяком случае очень сложно. Так, картошку вот сюда. Тебя вот сюда. Так, иди сюда, козлина. Давай, 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 давай. Отплывать, к сожалению, от нее мы не можем. К ней подплывать мы тоже не можем. Но рано или поздно мы, наверное, ее загасим. Даже если она нам сейчас урон наносит. Ой, смотри, подожди. Ну-ка, подожди. То есть вот таким образом ее можно гасить легко? Да ладно, не верю. Да, смотри. Я нашел момент, как сделать так, чтобы даже это не раниться от нее. Она плывет снизу. А ты ее сверху тут дожидаешься. Ты видишь, она меня даже ни разу не ударила. И при этом ты ее так можешь один, ой, два раза ударить. А когда она к тебе плывет вот под таким углом, то тебя, видишь, она рано или поздно один хрен укусит. Видал красоту? Поэтому под углом нельзя делать так, чтобы эта акулка была. Акулка, давай-ка ты помрешь. Ну и за одну серию назовем. Победили акулу. Блин, вот правда вот в темноте нифига не видно. Акулка, ты жить собралась, что ли, или где? Тебя сколько можно тыкать? Сейчас она опять, кстати, укусит. Не, смотри, не укусила.
Акулка, ты бессмертный или где? Или насрано? Так, не вижу ни хрена. Если ты сейчас такой скажешь, мол, оградка, я ни хрена не вижу, делай поярче игру, то я тебе скажу так, это тут... Во! Победили акулу. Все. Официально можно заявить, победили акулу, даже две акулы. Кстати, с этой побольше даже еды. Да, нет. Короче, все, теперь наконец-таки добываем все это веселье, как минимум. Что это такое? Это песок, наверное, какой-то. Да, это песок. Гигантский моллюск. Просто его можно собрать. Ну и все, сейчас будем с тобой как раз-таки подводно плавать. Подводоплавательными весельями заниматься. Добывать всякие разные камушки. Нам как раз-таки на этом острове немножечко побольше всякого разного говна надо. В общем, будем жить и не тужить, пока эта акула гребаная вернулась. Ну и получается, снова на этом острове остановимся. На этой серии. Что поделать. Здесь заодно еще будем побольше хлама. А то у нас с ним как раз-таки проблемы. Песочки, на самом деле, тебе рекомендую сразу же прямо изучить. Вот прям вот сразу же. Открыть. Где мой песочек? Песочек нельзя изучить. Надо найти, видимо, глину тогда. И сделать вот эту вот, вот эту веселуху. На глину у меня одна есть. Так вот это надо доесть. Это надо взять, это надо положить, это надо доложить, это надо вот сюда, это надо еще куда-то. Так, ты еще такое. Пальмовое семечко. Сюда. Сохраняй мир, идем дальше на дно. Надо бы вообще, на самом деле, отсюда не надо было уходить бы, а просто ходить и добывать все это веселье. Потому что акулка-то появится, и гасить мы ее будем долго и упорно. А сейчас пока все красиво с этим. Можно камушки собирать разные. Интересно, тут будет сразу два... Тут сразу три камушка. Кровшату, да и только. Я, правда, не уверен. Не, ну камни нам нужны для этого. Для топорика. Так что ладно. Все, субнавтика у нас начинается. Кстати. Блин, болт бы где-нибудь. Пластик, серьезно, Карл? Да тут не будет пластика, что ли? Да ладно. У нас сейчас будет с тобой проблемы из-за пластика. Доложить. Блин, очень сильно надеюсь, что вон там будет сейчас пластик находиться. В том ящике. И мы сделаем себе еще один крюк. Бо, я только-только акулу победил. Я ж молодец, прямо обосраться не всраться. Нет, блин, все равно херня происходит. Ну ладно, а ну вот два пластика. Хотя, может быть, уже акула возродилась там где-то. И тут пластика, кстати, не было. Вот сразу два, три точнее. Подожди, в смысле один? Это же типа большой пластик. Или это просто другой вид пластика? Тут непонятно. Так, ладно. Изготовить. Нифига не видно. Может, мне дальше нужно поплыть? Где глину найти? Мне глина хотя бы одна штучка нужна. Чтобы изучить что-то там. Чтобы что-то изучить. Я вот на самом деле уже не помню, что там. Акулка пришла. Давно с тобой не виделись, Казина. Интересно, а водоросли жрать можно? Я, конечно, понимаю, что мы не азиаты. Не тыры-пыры в жопе дыры. Блин, акулы нас могут, может, загасить сейчас. Ты что такое? Очень сильно надеюсь, что ты глина. Ты железо. Блин, и все, и последний удар у нас акул убивает. Прыг, 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 прыг. Да прыг. Да-да. Так, блин, а вот теперь все очень печально. Давай сохранимся. Может быть, успеем доплыть. Может, и не успеем. Не успеем. Я не успеем, не успеем. Козел, вали оттуда нахера. Вот, блин, вот честное слово, смотри, у меня есть... Слушай, а если я на себя надену эту... Во, я теперь акула. Пацан, я теперь тоже акула. Самое главное, чтобы это не оказался самец, а то тогда бы возникла бы другая проблема. А будет ты мне нападать?
Гляди будет. Ну-ка. Ну, подожди, для начала надо сохраниться здесь. Сохранить мир. Мир сохранен. А что, в смысле, так можно было? Реально, смотри, не нападает. Ну, давай к нему подплывем. Че, распоздал? Это я не сам... Пиздел. Ну ладно. Походим тогда просто в шапочке акулы. А че бы и если? Хотя на самом деле на этом моменте надо было, как я понял, заканчивать уже времени. Да, прошел гребаный практически час. Ну и че? На этом моменте мы с тобой закончим. Если тебе понравилась эта игра, то обязательно ставь лайк, комментируй, рассказывай друзьям. Ставь там, ну вообще вот это вот все дело, что там на ютубе одобряется. И мы с тобой это, продолжим полностью играть в эту игрушку. Ну полностью это я имею в виду до конца, пока там не закончится какой-то сюжет. Все абсолютно приколюхи тут открывать я пока что не намерен. И глину мы с тобой не нашли. Заодно еще напиши в комментах, как выглядит глина. А на этом я с вами заканчиваю. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем до скорых встреч и всем пока.